Всем привет! ZBrush 2019. Хотелось сделать кролика Роджера. Потом хотел сделать остров сокровищ всех персонажей. Но вот остановился именно на медике из игры. Забыл, как называется. ФБ что-то. Ну, давайте будем рассматривать, как его сделать, этого медика. Так, текстура. Это вот так он выглядит. Может быть, кому знаком. Z отключает глаз. Вот такой вот будет медик. Так, теперь мы это все дело уменьшим, чтобы на него смотреть. И вот в угол сюда можно его поставить. Z отключаем глаз и заходим в Lickbox и находим вот эти вот болванки Head Planners. Два щелчка. Любую голову берем, она подгружается. Отключаем перспективу. Можно флур тоже вот эту вот отключить. Именно вот эту вот сетку. Shift. Левая кнопка мыши выравнивает модель. Так, теперь флур отключаем. Я поставлю опять же свою любимую глину, которая многих бесит. Ну и давайте смотреть, как это делается здесь. Во многих уже программах полепил, показал. Вот теперь ZBrush. Первое, что нам понадобится, это Morph Topology. Делаем Draw Size побольше. Смотрим, опять же, вы видите, что X симметрия включена. Это клавиша X или Ч русская. Левая кнопка мыши крутит модель. И вот этот подбородок давайте вытянем пониже. Вот так вот. Так, немножко наметим челюсть. Что-то вот в таком духе должно получиться. Так, следом поднимем уши. Вы видите, где уши находятся. Чуть-чуть ухо поднимем. Здесь вот так вот как-то. Так, чуть-чуть угол делаем у лица морды. Чуть-чуть надуем. И теперь Alt, левая кнопка мыши. Вот так я вам поставлю. Будем все это дело планировать. Лицо у него именно узкое, вытянутое. Поэтому нужно здесь немножко его поприжать. Вот как бы вот так вот. Вот так еще поуже сделать. Теперь нам понадобится кисточка Polish. Она работает через Alt. Интенсивность лучше побольше поставить. Ставим вот в такое вот положение. И давайте немножко так шифтом все это дело выгладим. Shift Z. Почему-то у меня сбой какой-то произошел, что если включена картинка, вот эта текстура, то у меня ничего не лепится. Надо, наверное, переустановить ZBrush. Где-то произошел какой-то сбой. Так, теперь это шифтом я все сгладил. Через Alt и левая кнопка мыши. Вот так вот все это дело выглаживаем. Так, смотрим теперь вот эту часть. Давайте ее тоже подгоним под нормальный вид. Так, здесь тоже можно бока немножко выгладить, помягче сделать. Так, и вот нам понадобится вот эта вот часть. Давайте ее полностью вот так вот выгладим, чтобы она стала вот такой вот, именно закругленной. Если закругленная не получается, ну тогда можно использовать Clay Builder вот этот и опять же на двоечку. Все это дело кисточку побольше. И уже поменьше вот так вот набрасываем вот эту часть. В разные, опять же, стороны. В одну сторону не накидывайте. Эффект будет не очень. Так, здесь все это сделано. Теперь намечаем скулы. Уменьшаем кисточку. Вот эти скулы набрасываем. У него получается, что все вот это вверху у него здесь вот. Вот такая скула.
Выглаживаем, смотрим, что получилось. Вот уже приближено. Теперь намечаем вот эту вот мышцу. Вот так вот ее пока побольше можно поставить. Вот таким вот образом. Так, здесь нам нужна побольше вот эта вот губа. Шифтом ее опять же выглаживаем. Вот. И вот здесь накидываем подбородок. Подбородок накидываем вот отсюда аж. Вот к центру. Чтобы он стал вот такой широкий и гладкий. Так, здесь вот чуть-чуть поднакидаем скулу вот эту, или как на челюсть. Вот так вот. И шифтом опять же выгладим. Следом выровняем вот так, сгладим ухо. Ну вот вы видите, что в принципе уже что-то этакое получается. Теперь нам нужно заняться носом и профилем. Shift Z. Что у него происходит? Вы видите, что вытянутый маленький такой плоский лоб у него. Большой нос с заостренный. Губа такая дутая и челюсть полукруглая. Получается, мы можем вставить большую кисточку, побольше поставить. И вот эту часть, прям еще вот так вот закруглить и вот так вот ее выгладить. Вот таким вот образом. Вот где-то так у него и получается. Так, следом через Alt. Так, носом надо заняться. Давайте сначала нос сделаем, чтобы более-менее уже был похож. Чуть-чуть нос поднакидаем. И вот здесь поднакидаем вот эти вот мягкие части. Так, вот где-то в таком духе. Теперь нам нужно все это дело кисточкой Move Topology. Включенной симметрии, конечно. Вот так вот вниз чуть-чуть острием подать. И горбинку здесь ему до переносится где-то вот в таком духе сделать. Так. Чтобы все это лучше было видно, давайте нос выгладим слегка. И сделаем его еще вот здесь потоньше. Вот так аж. Вот теперь смотрим, что у нас с дугами. Вот эти бровные дуги чуть-чуть вытягиваем вперед. Нос делаем вот так вот. И чуть-чуть его вниз. Как бы вот так вот. Так, нос еще можно побольше сделать. Но вот эту острую мочку носа, вот эту. Так, чуть-чуть приподнимаем. Делаем что-то вот на это похожее. Горбинку так нос вытягиваем. Так, теперь нам понадобятся вот эти вот глазные впадины. Вот эти вот чуть-чуть. Эту еще чуть-чуть сплюснуть, уши немножко подтянуть, вот так как бы. Все это нормально. И кисточкой Clay Buildup вот здесь вот нарисуем вот такую полосу. Вот как бы так вот. И все это дело шифтом выгладим. Сверху еще пройдемся, чтобы была как бы вот такая вот полоса. Вот. Теперь уменьшаем
DropSize, вот эту кисточку, можно взять кисточку стандарт, уменьшаем, делаем ее меньше, и надо нарисовать нам именно вот эти все переходы. Это значит через Alt намечаем эту, вот здесь будет проходить полоса, а здесь будет проходить рот, вот таким вот образом. Так, что-то в таком духе. Теперь кисточка Clay Buildup и начинаем подкидывать сюда вот массу вот эту вот. Теперь кисточку побольше и уже дооформляем. Опять же, вот здесь вот скулу чуть побольше. Здесь как бы срезка идет, вот здесь вот сплющенная. Вот, уже он похож. Теперь, что еще можно сделать? Побольше, само собой, все это дело выгладить. Ну вот, нормально уже. И лоб еще поглаже сделать. Так, вот здесь сбоку вот эта вот часть, где ухо, здесь виски. И можно немножко через Alt, как бы вот здесь вот немножко убрать, впадину поставить. И шифтом, само собой, выгладить. Shift, левая кнопка мыши. Теперь вот с этим, что будем делать? Здесь поднакидаем вот так вот побольше. Вот как бы вот такую штуку сделаем. И побольше все это дело выгладим. Вот так вот. Следом можно взять кисточку Polish. Alt. И как бы вот таким образом чуть-чуть все это сделать глаже. Кисточку побольше можно поставить. Вот, вот так уже. Во. Уже нормально. Так, что будем делать? Вот с этой частью ее нужно немножко Move Topology вдавить. Вот так. Вот здесь тоже сбоку можно немножко придавить. Немножко дооформить вот эти вот части, вытаскиваем вот эту вот, потолще делаем мышцу на лице, так вот как-то, так, шифтом выравниваем, выглаживаем, смотрим теперь заднюю вот эту часть, шею, ее тоже Move Topology, вот эту часть попробовать надо вот сюда аж побольше вытянуть. Вот так. Эту голову чуть-чуть уменьшить. Вот таким вот образом. Лоб немножко припустить. Поднять вот эту часть, чтобы она находилась где-то повыше. Черепушка. Ну и, конечно, шифтом все это дело выгладить. Так, получается вот такой персонаж. Намечаем теперь губу. Губу будем делать. Вы можете делать и стандартной кисточкой, или еще какая, возможно, вам приглянется. Но я работаю в своем Clay Buildup. Стандартную редко используем.
и вот здесь вот так вот поднакидать именно губу. Так, здесь делаем через Alt впадину. Шрифтом чуть-чуть ее выгладим. Вот так вот. Чуть-чуть наметим губы, пройдем полосу. Ну и в принципе, что тут? В принципе, вот это надо припустить. Вот эти кончики, вот так губы чуть приподнять, а эти чуть-чуть припустить. Вот так. И нижнюю губу чуть-чуть поменьше. Так, здесь больше сгладить. И больше увести вдаль. Вот так вот. Так, смотрим вот с этого ракурса. Теперь даем ему полноту. Вот эту челюсть нижнюю вытягиваем. Делаем полукругом как бы овалом. И поднакидать, вот где вытяжка происходила. Вот здесь вот снизу. Поднакидать вот эту массу. Как бы закруглить и опять же шифтом немножко, ну, чтобы здесь не было пустоты вот этой. Она будет весь как персонаж, из-за нее может выглядеть совсем иначе. Так, вот. Вот вы видите, что закругления идут. Вот здесь можно добавить. И добавить, наверное, вот здесь вот снизу. И шифтом опять же выгладить. Ну вот такое что-то получается. Теперь Move Topology. Чуть-чуть вот эти части сделать побольше и вот так вот растянуть. Здесь все приподнять кверху, потому что у него вот эта часть, вот это чуть-чуть ее вперед. Кверху приподнять, она как бы скос идет. Вот так вот. Ну и чуть-чуть, наверное, снизу вот здесь вот вытянуть побольше. Смотрим, что тут с челюстью. И ухо задираем. Выглаживаем голову. Ну, в принципе, все. Болванка готова. Теперь нужно сделать тело. Так, еще вот уши. Давайте с ушами немножко повозимся. Вот эту часть вытянуть кверху. Вот так, чуть-чуть все здесь выгладить. И попробуем через Alt. Возьмем кисть стандарт. Кисточку интенсивность чуть-чуть уменьшим. И через Alt. Вот так вдавим. Вот такое что-то получается. Теперь кисточкой, опять же, стандарт. Вот эти
части добавим мочку, поднабросаем ее, чтобы она пухлая была. Так, здесь тоже чуть-чуть добавим края, и вот здесь вот внутреннюю часть чуть-чуть вот так вот поднакидаем. Здесь в нижней части через Alt делаем как бы такую дырку, где мы слушаем. Так, ну и немножко вот таким вот образом. С задней части через Alt вот можно немножко ее вот так вот тоже вдавить. И вот эту часть как бы надутую сделать отдельно, шифтом выгладить. Во. Так, сверху что у нас? Так, уши намечены, шея намечена. Что еще можно тут добавить? А добавить можно глаза. Давайте добавим глаза сразу, чтобы он уже был полноценным персонажем. Тут еще прическу. У него так, X. Отключаем симметрию. Вот здесь у него такой вот как бы чупан. Что-то в таком духе. И сзади вот полишем можно вот так вот еще. Через Alt опять же угол сделать. Типа наметить вот этот волос. Его можно не пролепливать, а просто как бы массу добавить, чтобы видно было, что да, здесь возможно волос. Так, вот эту часть опять же. Так, не эту вот Move Topology. И вот эту часть можно чуть-чуть приподнять. Ну, как бы вот так вот. А эту часть чуть-чуть увести. Вот в таком духе. Вот так поровнее сделать. Вот так. И полишем вот эту часть через Alt немножко срезать. Shift Z, что у него тут получается? У него получается Clay Build Up берем и вот здесь вот кисточку побольше. Как бы поднакидываем массу.
Ну, а тут через Alt чуть-чуть можно подобрать. И немножко выгладить. Вот так. И где тут чуб? Тут тоже можно через Alt немножко, ну, придать форму, что ли, вот так вот. Так, теперь полишем. Так, вот такая штука. Теперь вставляем глаза, добавляем append, добавляем сферу, переключаемся на сферу, делаем ей gizmo scale, уменьшаем, подставляем именно к персонажу. Подставляем глаза. Они у него должны чуть-чуть вот здесь быть поближе. Глаза у него небольшие, но быть должны. Так. Кисточку Draw Size поменьше. Опять переключаемся на персонажа. Так, стандартную кисточку поставим. И через Alt вот здесь вот так вот глаза поднабросаем. Немного Clay Buildup. Поверху теперь пройдем вот таким вот образом. Ну и нижнюю тоже подровняем. Через Alt немножко дооформим. Так. Move Topology немножко приподнять. И глазу делаем зеркалку. Modify topology mirror and well. Вот так. Теперь опять на персонажа. Побольше кисточку move topology. И вот эти части побольше вперед, а эту чуть-чуть назад. Во. Так, ну и, по-моему, плечи вот эти чуть-чуть пониже надо ему усадить. Вот
Так вот. Смотрим. Ну, в принципе, похож. И качество, в качестве эксперимента можно чуть-чуть тут все поподвигать, поизменять. Можно сделать немножко его, допустим, пошире, еще уменьшить вот так размер головы. Ну, словом, можно экспериментировать. Подгонять уже, как он должен быть. Так, челюсть нижняя у него прям широкая, здесь вот поменьше. Итак, вот такой вот персонаж, именно голова пока. В следующем ролике давайте голову к телу присандалим, мы будем делать, наверное, уже шмотки, намечать его полностью персонажа. Все, всем пока, до свидания.